Полюбил предмет с 5 класса и сдал его на 100 баллов. Выпускник Воронежской гимназии имени Бунина Игорь Буров написал ЕГЭ по географии без единой ошибки. Подобного в столице Черноземья не было уже много лет. С автором сенсации ЕГЭ-2023 и его наставником пообщалась Юлия Золотарева. Без репетиторов и платных курсов, только благодаря собственному упорству, а еще своему наставнику, школьному учителю Виктору Волкову. Отличник, каратист, а теперь и обладатель 100 баллов по географии Игорь Буров рассказывает, что этот предмет полюбил сразу же. Хорошую базу географии мне дал мой учитель Виктор Анатольевич. С 5 класса он обучал нас географии, делал это очень хорошо. На всех уроках были различные дополнительные материалы, различные видеоуроки. Вот. Но перед самим экзаменом я очень сильно волновался. Всю неделю я просто по 12 часов в день учил географию. На экзамене приятно удивился, когда увидел легкие задания. Ну и выходил уже с осознанием того, что, скорее всего, да, у меня будут заветные 100 баллов. Вопреки родительским советам, Игорь решил поступать на геологический факультет МГУ. Чтобы мечта стала явью, высший балл по профильному предмету ему был просто необходим. Я узнал об этом в час ночи, разбудил весь дом, обрадовал родителей. На самом деле очень сильно удивился, то, что я единственный в регионе стобальник. Мне показался экзамен очень легким. Вообще география у воронежских выпускников – предмет, мягко говоря, не самый любимый. В гимназии имени Бунина ЕГЭ по нему в этом году сдавали всего 4 человека, в прошлом – двое. Популяризация предмета в этот раз, я считаю, будет очень хорошо сыграет на этом. Вот многие будут смотреть, наверное, как-то пытаться пытать свои силы. Хотя специализация, вот поступление, она очень узкая у нас. Это, конечно, геологический факультет и географический факультет. Вот, ну и практически все. Наверное, должны соединиться два желания. Желание учителя, желание ученика. В первую очередь ученика. Вот, и тогда будет результат. К тому же сам предмет очень интересный, особенно если изучать его чуть глубже, уверен Виктор Волков. К тому, чтобы стать географом, его подтолкнул классный руководитель 39 лет назад. Тогда главным было любопытство. А вот настоящая любовь к этой науке пришла чуть позже, когда стал преподавать, вспоминает Виктор Анатольевич. Теперь заражает своим отношением к предмету учеников. Итог – первый стобальник по географии во всей области. Для нас это, конечно, очень высокий результат. Мы гордимся таким учеником. То, что он добился именно результатов своим трудом, своими знаниями. Конечно, в помощь ему был учитель, который много времени отводил на то, чтобы дать им какой-то материал дополнительный, чтобы увлечь ребенка. Конечно, нам это очень приятно, радостно, и мы гордимся такими нашими учениками. Кстати, Игорь не единственный стобальник в истории гимназии. Несколько лет назад подобные результаты здесь показали еще два ученика, но уже по литературе.